Озвучка Джейкуб представляет. Ран BTS. А это что вообще такое? Я был в шоке, когда узнал. Air Yoga. Кто ее предложил? Выглядит страшновато, да? Во время прошлого выпуска. Я бы хотел собрать Аджаси со всего района и сыграть с ними волейбол ногами. Как насчет фермерства? Гонки? Танцы на пилоне? Air Yoga. А вот ты и попался. Неосторожно сказанные слова воплотились в реальность. Air Yoga. Выглядит страшновато, да? Ага. Вы и цвет подобрали. Я так не думаю. Не может быть. Знаешь, это своего рода болезнь. Когда мы видим что-то фиолетовое, то сразу думаем, что это связано с нами. Мы не владеем авторскими правами на фиолетовый цвет. В мире много всего фиолетового. Фиолетовый не наш. Я так, на всякий случай спросил. Никогда не был на аэр-йоге. Знаете, что там в основном висят вверх ногами? Кто этот лебедь, изящно взмахнувший крыльями? Так чем же мы займемся? Как это чем? Йогой? Сегодня каждый сделает фотографию для Инстаграм. А мы будем висеть. И нам сделают вот такие фотки. Получится ли у нас так круто выглядеть? Сможем ли мы сделать крутую позу? У нас есть человек, который вам поможет. Ай, мы в беде. Учитель! Где наш учитель? Учитель! А вот и он. Телосложение у учителя, его мышцы. Обалдеть. Нам прям так внезапно все покажут? Вот так прям сразу? Ни ответа, ни привета? Мы не сможем так. Что-то новички занервничали. Подождите секунду. Это аэр-йога. Вау, очень круто. Очень круто. Извините, но он тут левитировал. Здравствуйте. Необычное приветствие. Меня зовут И Сайон. Я первый мужчина-инструктор по аэр-йоге. Он первый учитель И Сайон. Он первооткрыватель. Такой гибкий. О, да. Ого, я бы уже давно себе голову разбил. Обалдеть. Да, я видел такое в инсте. Мужчина-инструктор по аэр-йоге номер один. И Сойон. А вот это он эффектно появился. Если вы первый, то кто второй? Все в твоих руках. Наверное, есть. Это редкость, да? Когда инструктор мужчина. Да, именно. Вы добились такой формы с помощью аэр-йоги? Вы ведь наверняка занимались спортом. А если он дома тягает гантели? Аэр-йога прорабатывает все тело, поэтому... А это настоящие мышцы. Слышал, что спорт очень помогает. Да, я в осадок выпал, увидев его нижнюю часть тела. Его низ, нижняя часть тела. Очень крепкие мышцы. Чонгук потихоньку готовится. Один удар, и ты пропал. Вот что мне с ним делать? Наш Чонгук снова будет на высоте. Поскольку наш учитель здесь, мы сначала растянемся или что? Для начала раскройте свои гамаки. Да, это гамаки. Да, они самые. А мы можем в них попасть? В конце я уложу вас. Он хочет уложить нас. Бам. А мне страшно. Давайте начнем. Окей. Ай, нам нужно размяться. Нам нужно встать по своим местам. А они у нас есть? Окей, я туда пошел. Я буду здесь. Ой, я распутал его. Он фиолетовый. Я фиолетовлю. Чимина, Чимина. Я хочу встать сзади. Гибкие стоят впереди. Я хочу стоять сзади. Слишком много давления. Нет, подожди. Пусть более гибкий идет вперед. Но ты реально хорош. Давай сыграем камень, ножницы, бумага. Если Чимин вышел вперед, то Тэхён выиграл. Весело. Посмотрите на него.
Простите. Да нет, все в порядке. Эй, будь серьезнее. Окей. Вам тоже никто не говорил подниматься. А, окей. Спускайся. Джин, спускайся. Мы немного шумные, простите. Извините, что все так хаотично. Сначала мы хорошенько разминаемся на полу. А, да-да. Потом медленно поднимаемся по порядку. Хорошо, окей. Если хотите получить лучший кадр, придется поставить на кон свою жизнь. А вытяните ноги вперед и встряхните ими. Мне ноги вытянуть уже в тягость. Аналогично. А мои мышцы болят. У меня тоже. Обеими руками разведите гамак на ширину плеч. Опустите плечи и выпрямите позвоночник. Ух ты, я вот так тоже не смогу. Я не думаю, что я смогу. Мне кажется, я умру. Мне тяжело уже. И теперь тянем пальцы ног на себя, а также выталкиваем пятки. Вау. А мы дошли до такой степени. Теперь тянем носки. Ой, у меня сейчас ногу судорогой сведет. Пока все борются с растяжкой, Чимин с легкостью все повторяет. Не разгибая спину, снова тянемся носками на себя. Абсолютное спокойствие. А затем снова от себя. Кроме Чимина. Чимин хорош в этом деле. Ага, одному Чимину это под силу. Мне тоже больно. Положите правое запястье на гамак. А запястье? Правой рукой снизу вверх. Покрутите два раза. Правой рукой снизу вверх. А теперь левой рукой тянемся к правой ноге. Ну, или к верхней части колена. Раз, два. Я не могу дотянуться. А теперь вытяните правую руку назад. Не переусердствуйте. Вы можете дотронуться до колена. А правая рука должна тянуться к спине. Я делаю упражнения для мышц груди, так что... Как же больно. И сегодня один лишь ас спокоен. Возвращаем руку на место. Теперь ставим левую ногу на правое колено. Дотронулись и дотронулись до правого колена. А затем расправьте правую руку и коснитесь левым коленом пола. Коснитесь? Как вот так? Чего коснуться? Как вот так? Как вы это сделали? Вот так, да? О, Джей-Хоп, твоя поза это нечто. Довольно сексуально. Левую ногу направьте к зеркалу. А, подождите, учитель. Левую ногу направьте к зеркалу. Учитель, подождите. Учитель, я кручусь. Нужно тянуть вниз, чтобы не крутиться. У него аэр-йога на полу. Почему только у меня так? Я все равно кручусь. Молодцы. Согните пальцы ног и вернитесь в исходное положение. Наконец-то удобно. Держась за гамак, скрестите ноги и поднимите бедра. Всегда было так сложно сделать фото для инсты. Хён, если хочешь получить лучший кадр, придется поставить на кон свою жизнь. Ставят на кон свою жизнь и учатся аэр-йоге. Потом станет намного лучше сила хвата. А для йоги сам хват и мышцы предплечья должны быть сильными. Если у вас слабая спина, отойдите назад и сделайте так. Поместите руки между гамаком, разверните большой и указательный пальцы. Вот так? А да, держим крепко, плотно. А бедра остаются сзади, грудь идет вперед. Мы все еще растягиваемся? Это растяжка? У меня на коленях кожа до кости, поэтому очень больно. Опустите таз на пол. А это возможно? Со звуками боли, но у них получается. Между двумя спокойными мужчинами. Мучается один ягненок. Кому трудно, можно отойти. Мне легко. Если вы нормально себя чувствуете, сведите локти вместе и поднимитесь грудью вверх. О, Чимин, ты можешь так сделать? Да, вот такая поза. А что мне делать, учитель? Сведите локти вместе. Да, поднимайте только грудь. Опустите таз. Один. Моргните один раз. Закрутился.
Раз уж прокрутился, можно и поспать. Поднимите бедра в исходное положение. Вернуться в исходное положение тоже нелегко. Сейчас мы поднимаемся. Держитесь крепко. Чонгук по-прежнему очень энергичен. Когда вы откидываетесь назад, у вас поднимаются плечи, да? Используйте спину и плечи, чтобы подтянуться. Вот так? Да, тяните. Вау, это воркаут. Это подтягивание. Подтягивание. Что за подтягивание? Подтягивание ладонями к себе. Внимание на плечи. Раз, два. Раз, два. Поднимите бедра вверх. Бедра вверх. А это мостик. Теперь подтянитесь, направив локти вперед. Поднимите бедра. Растяжка закончена. Теперь расслабьте руки. А мы качаемся не железками, а тканью. Работать с гамаком сложнее, чем с гантелями. Постепенно переходим к движениям из йоги. Неудивительно, что они сказали нам не есть. Мой кофе сейчас выйдет наружу. Найдите край и сделайте так, чтобы получились крылья. Ребята, машем. Положите правую ногу в гамак. Всю ногу? Да. Так, чтобы были закрыты бедра и лодыжки. Подтянуть правую ногу вперед. А руки в положении молитвы. Беремся за правую ногу. Молитва. Ух ты, не получается. Профиль, анфас. Тут кто-то петушиные бои устраивает. Сохраняя равновесие, толкните правую ногу вперед по направлению к зеркалу. В отличие от Хёна, испытывающего боль, Макне наслаждается растяжкой. О, так приятно. Теперь тянем правую ногу к себе, сгибая правое колено в сторону. Как будто вы играете в джаги-чаги. Как в джаги-чаги? Согните колено, будто вы играете в джаги-чаги. И просуньте руки между гамаком. А руки? Направляя большие пальцы вниз, держите гамак одной рукой. Ваше тело находится ниже уровня отвеса. Используя мышцы кора, оттолкнитесь левой ногой. Левую ногу назад. Тык. Получилось. Вайб социальных сетей. Это база. Крепко зафиксируйте гамак на тазовой кости. Выгните верхнюю часть тела и наклонитесь вниз. Что, что это? Такое странное ощущение. А на таз? Даже Ас Чимин испытывает трудности. Если у вас кружится голова, делайте короткие вдохи. Неудивительно, что они сказали нам не есть. Меня тошнит. Мой кофе сейчас выйдет наружу. На живот неудобно опираться, поэтому обязательно поместите таз на гамак. Успешно опустил таз на гамак. Вот так? Ай, подождите. Очень больно. Удерживая гамак сбоку, поднимите верхнюю часть тела вверх. Ух ты, как больно. Теперь левая нога. Отведите плечи назад. Теперь обеими руками высоко возьмитесь за правый гамак. Только за правый. Продолжайте сильно тянуть вниз и опустите ее вперед в образовавшейся букве V. Чего? О, подождите. Поднимаем левую ногу сзади. Чонгук – лучший студент, который с легкостью повторяет за учителем. И Чимин, который также с легкостью со всем справляется. У ТТ тоже получается. Поднимаем левую ногу и перекрещиваем. И что? А, я понял, понял. Левая нога? Вот так? Как ты это сделал? Через себя, вот так. Как ты ногу опускаешь? Поднимите левую ногу. На левая нога. Подними левую ногу и просто толкнись. Тянись, поднимай. Подними через себя. Между гамаками. Нет, мне страшно. Теперь левой рукой возьмись за левый гамак. А левая рука на левом гамаке? А на левом? Высоко держитесь за левый гамак обеими руками. Держать левый гамак двумя руками? Теперь по направлению к левому плечу. Если вы наклоните тело, между вами и гамаком образуется пространство. Переносим левую ногу назад. Левая нога назад. А вот так? А, учитель! 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 Смотрит через зеркало. Учитель. Жаль, конечно, этого добряка. Вот так надо делать.
Я поворачиваюсь. А вот так? Нет. Пытается спасти студента и ответить на вопросы. Держите. Ты чего туда залез? Просуньте левое плечо сюда. Кажется, вот так. Нет? Ты чего туда залез? Почему он в корзинке? А не так? Подождите, стойте. Левая рука, правая. У кого-то персональный урок. А как это сделать? Повернитесь назад, смотрите в зеркало. Просто повернитесь, вот так. Попробуйте выставить левую ногу. Повернитесь вот так, да. Наконец-то получилось с помощью учителя. Ух ты, у меня гипс, гипс. Фиолетовый намджун с фиолетовой ногой. Ой, а у меня все правильно? Да, все хорошо. Прикрывает ногу. А да, у меня талант. И что это такое? А вот так, да? Подождите, как это должно работать? Я не понимаю. Я тоже. А вот так? А нет. Повернитесь вперед. Выйдите из левого гамака. А теперь сзади проводим руки вперед. А левую руку? Да, повернув ее за спину. Поворот. Осторожно, плечо. И просуньте назад. Добился успеха с помощью учителя. Поднимите левую ногу. Спереди. Назад, держите выше и повернитесь. Да, теперь гамак будет висеть в области подмышек. А вот так? Вот так. Теперь ваше тело как бы висит. Да, вот так. Теперь попробуйте скрестить левую ногу с правой. Скрестить левую ногу с правой? А да, левую ногу с правой. При этом висите. Окей, получилось. Окей. Вот так? Ух ты, столько силы нужно для этого. Вау, мышцы кора. Если вы посмотрите на подмышки, то увидите крылья. А вот так, да, вот так. Чимин, хороший пример. Лети высоко. Хочу стать крутой птицей. О, это она. Плащеносная ящерица. Это бабочка. А, бабочка. У меня получалось? Вот так? Фото, фоткайте быстрее. Улыбка для лучшего фото в его жизни. Трудно так долго висеть. А, вау, подождите. Подождите, учитель, кажется, что-то пошло не так. Вы должны висеть на гамаке. Поднимайтесь в гамак. Вот так. Сразу же плюхнулся. Дальше мы сделаем еще кое-что. Да. Оставьте правый гамак как есть. Раскройте только левое крыло. Потяните его вниз. И наступите на гамак левой ногой. А левой ногой? Вот так. Так. О, это что такое? Подтяните левую ногу назад. Потерпите немного, и учитель придет, чтобы помочь вам. Я устал. Левая нога? Простите, но... Что? Все нормально? Тут очень трудно поставить ногу. Поставьте ее назад. Ой, божечки. О, мой кор. О, мой кор. Держите правое колено согнутым. Попробуем отвести левую ногу в сторону. Левую ногу? Как? Как вы отводите левую ногу? Не думайте, что вы наступаете на гамак. Просто следуйте за ним и выпрямите ногу. Тогда гамак автоматически растягивается. Раз, два, три. Он какой-то слишком тесный. Что-то не так. Так трудно. Молодец. А у меня не получается. Тогда... Раз, два. Как это сделать? Вот так? Да, молодец. Все хорошо. Тэхён, ты молодец. У тебя получился высокий удар. Очень крутая поза и боль, которая с ней связана. Ого, растяжка просто сумасшедшая. Я так устал. Хён, что ты делаешь? Ты почему вдруг стал богиней? Хён, ты прям вылитая греческая богиня. Я отдыхаю. Это так сложно. Чимин, ты на чем-то сидишь? А нет, нужно опираться на что-то. А нет, Хасок, тебе нужно вытянуть ногу. Теперь перейдем к динь-динь. Что за динь-динь? Один день? Один день? Направляя большой палец левой руки вниз, а выведите его вперед и захватите правый гамак. А вот так? Да, правый гамак. Да. А между левой рукой и гамаком заведите правую руку и высуньте голову.
Я сейчас упаду. Поворачивайтесь вправо и ложитесь на левую ногу. А вот так? Именно. А вот так. Да, вот так. Я правильно сделал? Что это такое? Аджин, вы должны вести правое плечо вперед. Держите большим пальцем. Фото, сфоткайте меня. Что делать дальше? Правая рука проходит между. Вытяните тело вправо. Вот так. И левую ногу назад. Да, хорошо, посмотрите направо. Быстрее, фото. Сделайте уже фото. А я ничего не вижу. А мне кажется, я сейчас умру. Чимин, тебе там нормально? Я устал. И несмотря на это, он сохраняет правильную позицию. Поза день-день. Время прощаться с день-день. Теперь вытяните левую ногу вперед. Даже распутывание из позы приносит хаос. Моя нога не опускается. Вам нужно просто высунуть левую ногу. Она не выходит. Вытянуть левую ногу, окей. А да, молодец. Отведите плечо и опустите ногу. А такое вообще можно публиковать в инсте? Эй, Чимин. А? Думаю, тебе можно выложить фотку. А да, Чимину можно. Будет классно. Я просто сделаю репост Чимина. Просто поменяем лица. Чимин. Типа, я тоже сделал что-то подобное. А да, давайте попросим отредактировать фото. Будет что-то еще, учитель? Да. Снова откройте гамак. Открываем. Правой ногой сделайте шаг в гамак, немного подавшись вперед. Небольшой шаг вперед. Немного подавшись вперед? Примерно так? Окей. А высоко взявшись за гамак, если относиться к нему как к качелям, он будет постоянно трястись. Поэтому силой наступите правой ногой. Подтяните туловище и поднимитесь левым коленом. Так вы не будете раскачиваться. Надавить левым коленом? Он сделал все, как сказали, но это нелегко. Не получается. У вас все отлично. Застеснялся. Теперь вытяните правую ногу вперед. Только правую? А вытянуть ногу вперед? Да, а потом слева есть крыло. Раскрываем его. А, крыло? А да, раскройте его спереди. Поднимаясь и опускаясь, заведите правую ногу, как будто вы надели ботинок. Правую ногу. Все пытаются найти свою обувь. Правую ногу. Сверху. А, вот так. Правую ногу сверху вниз? Что? Тебе нужно завернуть вот так. Когда учитель занят, Чимин приходит на помощь. Нет, в другую сторону. А, вот так? Да. Но гамак не хочет сотрудничать. Такое в одиночку вообще можно сделать? Как я должен это сделать? У меня не получается. Я помогу. А вот так будете носить. А, да, надевайте. А, у меня не получается. Теперь хорошенько ухватитесь за гамак. Теперь вытяните левую ногу вперед. А, просто вытянуть? Да, между гамаками. При этом наступая правой ногой. Потом заднюю часть гамака. Попробуйте встать. Ой, невероятно. Откройте гамак и зафиксируйте ногу, как раньше. Какой-то продвинутый курс, нет? Это нереально самому сделать. Посмотрите на меня, пожалуйста. А, да-да. Надеваем обувь, снимаем ее. Держите левые концы гамака. И вниз. О, минутку. Подождите. Мы такое даже на полу делать не можем. Вот так? А да, беремся только за левый гамак. Так. Правильно? Похоже ведь на вингсьют. И на белку летягу. А можно сделать и так. У вас большая ступня, поэтому держитесь за гамак повыше и встаньте. Успешно завернул ногу и встал. И вытяните. А, я? А вытянуть левую ногу? Как? Не знаю. Просто буду тихонечко ждать. У вас ботинок на правой ноге, да? Наступите на него. И выведите левую ногу вперед. Вот так, шаг, вынимаю. И снова надеваем. А, да. Окей, я понял. Надеваем. Шуга тоже надел свой фиолетовый ботинок. Наконец, Сокджин тоже справился. Вытяните одну руку вперед и схватитесь за концы левого гамака. Вынимайте руки по очереди. Да, затем выталкивайте. Растяните гамак вот так. Сильнее опустите бедра. А мой гамак не тянется.
Что-то не так. Что-то точно не так. Почему я выпал? Почему я кручусь? Почему я кручусь? Учитель, я думаю, что-то пошло не так. На помощь! А давайте на секунду поднимемся. Хватайтесь. Фиолетовый гамак завладел сок джином. О нет. А да, поднимайтесь. А да, вот так. Теперь вам нужно просто вытянуться. Вот так? Да, просто вытяните ноги. А вот так? Да. Не думаю, что у меня получится. Спасите. Ассистент делает небольшой перерыв. Отлично. Наслаждаясь гамаком на 901%. А это не летучая мышь? Учитель, у меня ноги не тянутся. Попробуйте вывести плечи вперед. Правая рука находится на левом гамаке. Вытащите ее. Сюда? Да, держите. Разверните ноги. Вот так? Опустите. Да. А, подождите. Что мне нужно сделать, учитель? Спасите меня. Отведите плечи назад. Как? Верни плечи на место. Как мне вернуться обратно? Учитель, это полнейший хаос. Это слишком тяжело. Можете спуститься? О, это было так близко, я серьезно. Это был критический момент в моей жизни. Почему мы так сильно потеем? Без понятия. Ух ты, это нелегко. Очень трудно. Теперь по очереди вынимаем ноги. Вынимаем? Уберите левую ногу, отведите ее назад и сделайте шаг. Разверните правую ногу и шагните еще раз. Ой, так тяжело. Мне сейчас очень удобно. Нам просто нужно спуститься вниз. А Джин, будь осторожен. Окей. Окей, хорошо, я понял. Спустился без помощи учителя. Студия немного успокоилась. Я так устал. А у меня предплечья очень болят. А у меня болят... Как они называются? Пальцы. Это очень весело, учитель. Так как у нас не раскрыт гамак, сделаем несколько движений. Сначала поднимаемся, как только что делали. А снова наверх. А можете сначала посмотреть, как я это делаю. Левую ногу вытягиваем вперед. Открываем правый гамак сзади. Очень страстный студент. А затем здесь. Левой ногой делаем шаг спереди, назад. Хватаемся за гамак у левой подмышки. Чтобы двигаться назад, нужно закрепиться подмышкой. Опускаем правую ногу вниз. Потом снимаем гамак с правой ноги. И вот так у вас образуется крыло. Вау. Учитель, вы сейчас очень красиво выглядите. Поза сама по себе очень красивая. С моего места вообще ничего не видно. Я тоже ничего не вижу. Я объясню. Я буду здесь, пожалуйста, смотрите на меня. Окей, поворачиваемся. Поворачиваемся спиной. Здравствуйте, сэр. Городское интервью Пак Чи Мина. Да, добрый день. Это аэр-йога. Вы пришли посмотреть, да? А, да. Это хорошее занятие. А сколько оно стоит? Сегодня будете оплачивать? А, да, сегодня же приобрету абонемент. Хорошо, принесите печать, пожалуйста. Ты даже не пытаешься. В этом раунде я просто зритель. Вытяните левую ногу вперед и раскройте крыло правого гамака. Сзади. У вас не получится, если вы назад наклоняетесь. Вы должны вытащить левую ногу вперед и наступить ею на правый гамак. А наступить на правый гамак? Ай, нужно было вот так сделать. А затем возьмитесь за гамак в районе левой подмышки. А не держитесь за него, схватите гамак и убедитесь, что он зафиксирован возле подмышки. А затем отведите правое плечо в сторону правой ноги. А вот так перевернитесь. А гамак, который у вас на правой ноге, снимаем. Не забывайте давить левой ногой, а правую вытаскиваем. Вынимайте. И в конце потяните крыло в сторону. Вау. Словно ваша рука становится длиннее. А вот так? А да. Что делать? На-на-на. Правильно? Скорее сфоткайте Чунгука. Чунгук, лицо! Лицо, улыбнись. Притворись, что это легко. Молодец. Супер, отлично. Какой молодец. Истинное лицо, стоящее за лучшие фотографии в соцсетях. Да, сверху вниз. Правильно? Да, все хорошо. Попробуйте согнуть колено. Сверху вниз, вот так. Быстрее сфоткайте меня.
А что это? Что в этом красивого? Самый быстрый побег. Я устал. Что с ним не так? Повернуться спиной? Подождите, я сейчас упаду. Вы должны полностью повернуть тело. О, правда? Сделай так, а затем сильно надави сверху вниз. А теперь выньте правую ногу. Вынуть правую ногу? Да. Каким образом? Вытаскиваешь, а потом засовываешь туда колено. А это возможно? А раздвинь и вынь колено. Подождите. Вынимай, все нормально. А вот так? Да, вынимай. А теперь толкай левой ногой. Опуститесь. Просто вниз? Так правильно? Да. Сделай так, чтобы палец правой ноги коснулся левого колена. О, левого колена? Выпрямите. Да, и коснись пальцем правой ноги. Ой, подождите. Посмотри на пол. А вот такое надо выкладывать в инсту. Так правильно. Кто это обезьяна? Он обезьянка, что ли? Это какой-то слэпстик получается. А вы очень плохи в этом деле. Но это очень сложно сделать. Очень. Потому что у меня нет большой силы хвата. У меня такое слабое предплечье. По-моему, это самое веселое. Сэр, да, это не то место, где можно дурака валять. Вам лучше уйти. Так я же уже купил абонемент. А но вы не поставили свою печать. Что? Если вы поставите печать и заплатите, то можете баловаться. А ладно, хорошо. Но что мне сделать, чтобы поставить печать? Это можно сделать на улице. Повернитесь всем телом к зеркалу. Подождите. Все правильно? Нет, подождите. Пожалуйста, встаньте немного. Насколько я понимаю, обучая нас, учитель сам спортом позанимался. На сегодня он все. Посмотрите, как он вспотел. Божечки, как жарко. О боже. Учителю тоже было нелегко. Нет, мне просто жарко. Учитель файтинг. Попробуйте повернуть тело в сторону правого плеча. И к зеркалу. А, крепко держитесь. А нельзя, чтобы бедро вывалилось. Подождите, ай, стойте. Пожалуйста, посмотрите в пол. Что, что это? Учитель, держите меня. Учитель, один разочек. Обе ноги. Нет, правая нога должна быть снаружи. Учитель, держите меня. Еще разочек. Ай, нужно было поесть перед приходом. А нас бы тогда стошнило. Очень сложная тренировка. Это физически невозможно. Как же мы можем это сделать? Есть ли что-то попроще, что выглядит круто? Что-то простое, но выглядящее круто? Учитель, пожалуйста. Номер один в использовании гамака по максимуму. Ой, как хорошо. Сэр, если вообще не слушать... Сэр, здесь нельзя спать. Смотрите на следующей неделе. О, выглядит тяжело. Что это было? Как он это сделал? Как мы можем такое сделать? Вы сфоткали? Как это? Получилось? Нет. А что за пытка? Легкотня. И вы попробуйте. А лучше, чем я думал. А это весело. О, вау, это самый идеальный вариант. Очень круто, класс. Милые фотки в качестве бонуса. Окей, я готов, давайте посмотрим. Как же будут выглядеть лучшие фото Бантани? Это была озвучка Джейкоб. Не пропустите следующий эпизод Run BTS.